спасибо. Андрей Андреевич, у меня вопрос. Можно ли подстригать маме своих детей, мужа, самому себя? Да. Каждому человеку можно. Найдите в моей группе Дуйко Кайлас и РТЕ дни, когда хорошо подстригаться, а дни, когда плохо подстригаться. Это действительно работает. Спасибо заранее, как помочь эзотерически мужу, чтобы начал заниматься спортом. Восхищайтесь. Говорю, ой, какой ты молодец. Мне кажется, ты подтянулся. Вот это да, я раньше этого не замечала. И ручки так подтянулись. Ты что, спортом начал заниматься? Все, он, все, вы его подцепили, теперь он будет приседать. Потом говорите, надо же, ты меня вообще удивляешь, и еще и животик так подтянулся. Что ж ты делаешь такое, что я не вижу? Потом вы будете уходить где-то, он будет приседать, там еще что-то делать. Говорю вам серьезно. С мужчиной только так. Вы же не можете сказать, а ну давай заниматься спортом. А вот восхищаться, ну какой ты молодец. Или там интимные отношения у вас, вы говорите, такое ощущение, как будто ты спортом начал заниматься, весь такой стал мышечный какой-то, мне очень нравится, ты молодеешь на глазах.